Корзиночка. Нам потребуется плотная бумага с размером сторон 1 к 2. У нас 15 сантиметров на 30. Сначала делаем два сгиба, чтобы получилась книжка. После чего делаем сгибы по бокам примерно 2 сантиметра. Собираем нашу конструкцию вот таким образом. Размещаем подарок, закрываем корзинку, добавляем бантик. Готово. Милая упаковка подойдет для небольших подарков. Подарочная коробка. Берем квадратный лист цветной плотной бумаги. Сгибаем пополам со всех сторон и по диагонали. После чего уголки прижимаем к центру. Получился квадрат. Нам нужно сложить все это вот таким образом со всех сторон. Раскрываем две противоположные стороны и собираем нашу коробку по сгибам. Получилась такая конструкция. Берем листок поменьше, буквально на 1 сантиметр. Повторяем процесс. Украшаем наполнителем. Если его нет, можно взять в тонкие полоски бумаги. Кладем подарок. Накрываем. Вот и легкий способ сделать красивую упаковку для подарка буквально за пару минут. Утро на Енисея.